куришь мне еще? Совесть у тебя есть, а? Королева, ты мать или кто? Отстаньте вы уже от меня со своим ребенком. Она и так жрет, как не в себя. А я курить хочу, понятно? Ой, Лерочка, Андрей Ильич, дорогие, я вас поздравляю с внуком. Спасибо, спасибо, здравствуйте, спасибо. Здравствуйте. Слушай, у тебя не внук, а красавица, ангел. Я так бы с рук его не спускал. Так Таня не спускает. С головой вся в ребенке. Мы вон навещали ее, так подержать-то не допросишься. Как же, ведь уже родная кровиночка. Не то, что некоторые. Я не понимаю, почему инстинкты не срабатывают, а? Что, сложный случай? Да не говори. Вот и даже имени своему ребенку не хотел давать. Ведь сестры выбрали. Глашенька назвали, значит, Аглая. Видно, в отказ пойдет. Дом малютки, а потом к тебе, Лерочка. Ну, может быть, кто-нибудь возьмет. Смугленькая она, отец гастарбайтер. И что? Ну что, а потом еще одна ножка, короче, другая. Не верю я. Подождите, мать же еще не отказалась от ребенка? Я уже несколько раз отказывалась. Да мы все оттягиваем. Каждая смена пытается ее отговорить. Может, у нее причины какие-то есть? Может, она без дома, без работы? Какая она без дома? Она без сердца, без головы. Есть у нее дом. Ой, идут, идут, ребята. Давай, папаша, папаша, иди. Давай, давай, давай. Сейчас давайте как на фото. Ура! Танюшка, ты чего это? Чего это у тебя глаза на мокром месте? Не могу передать чувства. Я понимаю. Ты когда парней им-то дашь? Давай так отстраненно посмотрим, кто он у нас, на кого похож. Может, Пашка? Павлик. Павлуша. Павел Сергеевич. Мам. Ну какой он Павлик, мам? Ну ты посмотри на него. Павлик. Это Ванечка, Ваня, Иван Харитонов, как папа Сережа. Ну а что? Ванюша, Ванечка, дважды Харитонов, Иван Сергеевич? Сергеевич, мам, Сергеевич, не намекай. Я и не намекаю. Просто ты же понимаешь, что рано или поздно придется Славке рассказать. Конечно, ты чем дольше тянешь, тем тяжелее тебе будет, ты же понимаешь. Даже слышать не хочу, мам. Даже не начинай. Инка, мне тебя жалко до слез, вот веришь? Я тебя знаю, ты же жить с этим не сможешь. А Слава сможет жить без сына? Вот заберет он его мама, тогда как заговоришь? Ты с ума сошла? Ну как он его заберет? Невозможно. Возможно, мам. Ненавидит Сережу и меня. И ребенка этого ненавидит. Что это? Я не могу Славке в глаза смотреть, понимаешь? Лерочка, родная моя. Ты радуешься. Андрюш, я радуюсь. У нас внук есть. Я не просто радуюсь, я счастлива. За Таньку, за тебя, за себя. Да ты вообще понимаешь, насколько это неправильно вообще, что происходит? Все это уйдет. А мальчик наш, он...
он когда-нибудь все распутает и научит их дураков жить вместе. Люся! Люсенька! Люсенька, привет, дорогая. Привет. Ну что? Что, милая? И до тебя, значит, дошло, да? Ай, вот ты кобель, боже мой. Ну все мужики одинаковые, а? Ты знаешь, я столько лет за вами наблюдала, а? И все думала, вот Людке-то повезло, человека нашла. Все по бабам бегают, а он, значит, вокруг тебя все танцует, танцует, а? А ты о чем? Да ни о чем, о ком? О дочке Колькиной, об этой, ну. А вы, кстати, как, вы удочерять будете или на алименты только? А какой дочке? Не ты первая, не ты последняя. Все через это прошли. Господи, знаешь, как говорят, хороший муж, чужой муж. Кир, я поняла, ты тут всем кости перемыла, до моего добралась. Только знаешь что? Да ладно. Я сплетен не слушаю, тебе не советую. Давай, иди куда шла. Да мне-то что, Люся, Люся, мне-то что? Мне-то, мне-то все равно я уйду. А ты? Ты у мужа спроси про дочку-то. Люсь, ты чего? Ничего. Ешь. А ты чего молчишь? Не рассказываешь ничего. Ну, устал, как собака, вот молчу. Ну, чего вы хватаете? Сядьте, поешьте нормально. Идите. Чего орешь? Они уже давно поели. Я не ору. Я воспитывать пытаюсь. Хочешь, буду молчать? Нет, ничего, воспитывай. Только не ори. Я очки забыл, ты не видела, где мои? Ой, Андрюшка, прости, я просто своих ничего не вижу, уже надо новые заказывать. А ты чего ищешь-то? Ты представляешь, Славка позвонил, что-то такое мямлил. Я так поняла, что он маму собирается свою искать. Ничего себе. Не знаю, что там у него произошло. Может, Танин уход на него так подействовал, ребенок. С чего вдруг? Ну, рано или поздно он должен был об этом задуматься. Сережа, в 27 задумался об этом. Это спустя 10 лет. Вот тебе разница между братьями. После Сережкиных поисков какие-то документы должны были остаться. Но не выбросила же я их. Ладно, я пошел. Лер, слушай. А. Так может мне Сережке Сазанову позвонить? Он сейчас в министерстве, в отделе статистики. Хвастался, что у них компьютеры даже в областях установили. Может, найдет чего. Ну, позвони, конечно. Славка, он человек щедрый, он даже отблагодарить может. Да я и сам могу. Было бы за что. Ладно, давай, я пошел. Пока. Значит, правда, моя очередь. Что, голова болит? Mm-mm. А что, живот? Нет, Сережа. Что, душа? Дурак, души нет. Мам, скажи ему, что душа есть. Славик, душа есть. Если болит, значит, есть. Мам, да я чего? Есть так есть. Только не плачь, мам. А?
Здрасте, Андрей Ильич. Ну, здорово. О, красавец какой. Ну? Отъелся, шерсть аж лоснится. Витамины-то ест? Все ест. Витамины, ботинки. Гуляет со мной. Футбол смотрит. Так. Слав. Это вам. Ну что ты все таскаешь, а? У нас все есть. Что у вас есть? Знаю, как у вас все есть. Ну, спасибо, Слав. Но ты бы столько не тратил. А на что мне тратить? Спасибо тебе. Ну, пойдем. Славка, ты прям изменился. Посвежел. Отъелся и шерсть стала лосниться? Да, нет, взгляд прям другой. Ну, а где? Как Ваня? Ваня, чудо. А ты чего булочки-то не ешь? Я специально для тебя напекла любимые твои. Спасибо. А ты сидишь, не ешь. Да, Ваня. Ваня у нас улыбается, кушает хорошо. Рад всему. Почти всегда хорошее настроение. Слав. У вас все нормально? Да. Мы чего тебя позвали? У нас есть новость для тебя. Слав, кажется, я говорю, кажется. Нашли твою маму. Ашу в Новосибирске. Чего так сразу-то? Ну, не... Такие вещи не говорят, так понимаешь? Лер. Она жива? Жива? Жива, жива. Конечно, жива, Слав. В Новосибирске где? В больнице? В больнице психиатрической, областной. А Сергей знает? Ну, пока нет, мы просто тебе решили первому почему-то. Спасибо. У меня к вам большая просьба. Вы ему ничего не говорите пока. Я с этим сам разберусь, хорошо? Хорошо? Хорошо. Спасибо. Спасибо. Сирота. Еще одна. Коль, привет. Здравствуйте. А ты чего здесь? Да, вляпался я в одно дело, как дурак. Так, что случилось? Ну, вы Соньку Королеву помните, нет? Ну, мы когда Таньку забирали из роддома, деваха такая стояла, курила. Я поняла, у нее еще девочка с больной ножкой, да? Во-во-во, о ней речь. И что? Ну, позвонили мне, вот у них она. А почему тебе из дома малютки звонят? Я ничего не понимаю, Коль. Ну, как этой девочке, ну, с ее ногой-то в детдоме будет, ну, ну, сами понимаете, ей операция нужна, и не одна, и уход. Ну, ну как, ну будут лечить, Коль, ну хотя ты сам понимаешь. Вот я сам понимаю, поэтому я, ну, я еще в роддом к этой Соньке ездил. И уговаривал ее, денег обещал, и то, и все, и домой привезли, вроде все, поклялась, все, Глашу не отдавать. Мамаша ее тоже, все нормально, все. Да, памперс ей купил, кроватку, все. И что? Да и что, ничего, позвонили сегодня отсюда. Ну, сестра патронажная, которая к ним ходила, меня знает, она здесь работает. Позвонила, сказала, Сонька написала отказ, да еще и напоследок имя сменила. Зачем? Поди его знай зачем. Глаша ей не подходит. Для своей дочурки хочу покрасивее. Кристина.
Сядьте. Значит, это вы с самого утра к Харитоновой прорываетесь? Я. Наслышана. Что говорят? Говорят, что приехал столичный и выпендривается. То хамит, то деньгами сыплет. По-моему, это мне все хамят. Вы объясните мне, почему я должен с боем прорываться к женщине, которая, скорее всего, моя мама? Вот вы сами дали ответ на свой вопрос. Может быть, ваша мама. Может, не ваша. Ну, так давайте это решим. У меня есть фотография. Ваша мама? Да. А вы кто из них? Слева. Похоже? Не знаю. Я не занимаюсь больными напрямую, у меня несколько другие обязанности. Да вы поймите, я не видел ее с 4 лет. Может быть, поэтому вас и пытаются отговорить от встречи с ней, вы не думали? Славик. Мама. Мама. Игорь Павлович, выходите, Вячеслав Павлович, выходите. Уходите. Подождите. Она же была как нормальный человек. Вячеслав Иванович, не нужны иллюзии, она больна. Хорошо, она больна. Стойте. Но это же как-то можно исправить, вылечить. Вы же видели, она меня узнала. Приходите завтра. Сегодня я посмотрю внимательно ее карточку, что и как. Завтра поговорим, уходите. Не волнуйся, Таня. Никто его у нас не заберет. Ты знаешь, я все думаю, почему все так? Хочется, чтобы было по-другому. Все-таки надо сказать Славке. Да, будет скандал. Наверняка даст по морде, но сказать надо. Нет, Сереж, ну, пожалуйста, не могу. Даже слышать не могу про это. Ты понимаешь, это нечестно получается. Он же все-таки отец его. А я выгляжу как предатель какой-то. Ты пойми, он мой брат. Слава в Новосибирск улетел. Коля сказал надолго. Он прилетит, я, может быть, поговорю. Не обещаю, Сереж, может быть. А что в Новосибирске? То, что здесь есть в нашей карте, это... Это далеко не все, что с ней было за эти 30 лет. Ее сняли с поезда и привезли к нам только в прошлом году. Случай сложный. Но я готова сама начать работать с Татьяной Андреевной. Но это не быстро. У нас ведь ультразвуком не обойдешься. То есть я не смогу забрать ее с собой?
Вячеслав Иванович, если вы хотите, чтобы я начала с ней работать, то я вас прошу, пожалуйста, в ближайшее время вы не можете никуда ее забирать. Если у вас есть, конечно, другой вариант, пожалуйста. Мы вам не мешаем. Вы мне? Нет, не мешаете. Мы разговариваем о пациенте. А как же врачебная тайна? А у Нины Евгеньевны от меня нет тайн. Даже врачебных. Алексей Алексеевич, если у вас ко мне дело, тогда, если не против, я закончу разговор. С вашего позволения. Не болейте. Ваш бывший? Так, давайте о деле. Если Татьяна Андреевна остается, я беру ее к себе. Начнем с анализов, обследования. Дальше посмотрим, если не возражаете. Не возражаю. Коль, ты не позвонил, не предупредил, я не успела ничего приготовить. Я сейчас быстро что-нибудь я придумаю. Погоди ты, я не хочу есть, Люс. Да. Я хочу тебе рассказать. А, давай поужинай, потом расскажешь. Ну что ж ты на голодный желудок рассказывать будешь? Люс, я должен тебе рассказать кое-что, Люс. Коль, ну ты слышишь, это не дети, это бандиты какие-то растут. Коль, ну не могу я с ними больше. Ну пойди ты с ними поговори. Ты с утра до вечера на работе, а я здесь, они меня не слушают. Все, не могу я с ними, я устала, не хочу разговаривать. У меня голова болит, и вообще и суп не забудь выключить. Мам. Держи. Смотри. Мне Ваня цветы дарил. Славик, ты помнишь Ваню? Папу своего. Не знаю, мам. Иногда кажется, что помню. Славик, знаешь, он умер. Это такое горе. Мам, я знаю, знаю. Невозможно пережить. Пойдем, пойдем поужинаем. Пойдем. Пойдем, завтра еще погуляем. Пойдем, пойдем. Мам. Все хорошо, да? Невозможно пережить. Все будет хорошо, мам. Так, пойдем. Ну так. Здрасте. Здравствуйте. Милые-то бронятся? Какой он милый? Женатый человек. Месяц назад к нам прислали. Ну, видно же, что-то есть. Все тебе видно, москвичу. Без гну недели у нас сидишь, а уже все понял. Ой, учились они вместе в институте. Понятно? Однокурсники, значит. Ой, да. Ходит он за ней, как паразит. Покоя не дает. Ах, мужики, мужики. Все вы одинаковые. Ну. Здрасте.
Люся. Нам нужно поговорить, Люся. Я хочу тебе сказать. Я хочу тебя попросить. Я знаю, что ты очень устала, что тебе тяжело. Коль, не тяни кота за хвост. Будь мужиком, говори уже. Я хочу сказать, что ты самая красивая, самая добрая, самая умная. Но. Должно же быть какое-то но. Дальше что? Я хочу попросить, не знаю, как сказать. Скажи уже как-нибудь. Давай спасем девочку Глашу, Люся. Ну, нельзя ей в детдом. Много там за ней смотреть будут. И не надо, чтобы началось все снова. Что началось? Ты что несешь? У нее одна ножка короче другой. Мать говорит, что отец тоже хромой. Я сейчас с ума сойду. Чей отец? Глашин отец. Он на стройке работает. Ну, то есть работал. Оль, скажи прямо. Это твой ребенок? Я тебе еще раз говорю. У него одна нога короче другой. У него тоже. Он на стройке... Подожди. Ты что, подумала, что... Что я? Люся! Ты... Я думаю, что она ходит здесь орет, а? Ну, тебе не стыдно, Люся, а? Да как я... Ну, она миленькая такая, ну, вылитая гюльчата. Люсь, ну, пойди посмотри. Ну, куда пойди посмотри? Да вон в машине сидит. Коль, подожди, ты что, ребенка одного в машине оставил? Я должен был тебя подготовить, Люсь. Коль, ну ты придурок. Люсь, ну, там малые стоят уже. Люсь! Люсь, ты не бегишь ты. Девочка хорошая, здоровенькая, толстенькая. А ножку мы ей поправим. Я врачей хороших нашел. Мать у нее такая дура, а девочка хорошая. Ну, нельзя ей в детдом. Плохо ей там будет. Я же знаю. Ну, привет. Знакомьтесь, это Глаша. Привет. Ваша сестричка. Чего, Глаша? Нин, я думаю, нам с мамой пора собираться домой. Все-таки увозите? Жаль. Я только лечение назначила, схему сопоставила. Ну, понимаете, что пойдет как, неизвестно. Столько многого впереди. А вы меняете врача, это, конечно, не вовремя. Я о том же. Я говорю, Ниночка, поехали с нами. Какая я вам Ниночка? Что вы себе позволяете? Я вообще таких услуг не оказываю. Простите, Нина Евгеньевна, вы не так поняли. Я просто хотел сказать, что нам нужна ваша помощь. Моей маме нужна ваша помощь. Но вы же так на нее действуете. Она только видит вас, у нее сразу глаз ясно становится. Ну и оставьте ее со мной, если сами остаться не можете. Уезжайте по своим делам. Дело не в делах. Я рациональный человек. Если нужно лечение, значит, мы лечимся. Но она сама домой хочет. Взяла меня за руку, говорит, Слав, отвези меня домой. Я чувствую, что надо ехать. Ну, раз чувствуете, увозите. В Москве, конечно, психиатры лучше. Знаете что, я подумаю и напишу вам фамилию. Да-да, спасибо, но я говорю, поедемте с нами. Да не ради меня, а ради нее. Она же и так настрадалась. Вячеслав Иванович, вы странный человек. Как я могу здесь все оставить? На кого? Ну, зачем бросать-то? На месяц возьмите отпуск, мы поедем, подождем, пока она привыкнет к новому врачу, к новой обстановке, а там... Понятно. Нина Евгеньевна. Что-то нужно? С мамой все хорошо, видите? Да, с ней все в порядке. Она позвала вас попросить о том же самом. Вячеслав Иванович, поймите, у меня железное правило. Я не беру частных заказов. Я сиделкой последний раз в институте работала. У меня другое правило. Я хожу сразу козырей. Послушайте, вам нужны перемены. Когда долго идешь по кривой дороге, нужно останавливаться и менять направление. Остановитесь. Спасите нас. Может быть, в этот момент как раз у вас личная жизнь наладится. Что вы себе позволяете? Я вам предлагаю отдельную комнату. Компьютер, интернет. Хотите телевизор на всю стену? Интересует? Телевизор нет. Интернет заманчиво. Зарплата, как у Нобелевского лауреата. Да, и мы будем слушаться только вас. Всегда и во всем. Я и моя мама. Да, мам? Скажи. Вот. Хотите, наймем кого угодно. Сиделку, няньку. Все, козыри закончились? Нет. Я. Что вы? Можете ставить на мне самый бесчеловечный эксперимент. Ну, для вашей диссертации. Славочка, ты же меня заберешь? Мы же домой едем. Конечно. Да. Да?
Ну что ж, Ниночка, вы молодец. За месяц такой прогресс. Уже гораздо лучше выглядите, Татьяна Андреевна. А спите как? Сплю. Жалко спать. Столько лет проспала. Пойдем, Нина. Куда, Татьяна Андреевна? На воздух. Можно слова? Да, конечно, мам, ты что, это твой дом? Пойдем. Слав, пойдем, сядь. Аккуратно. Ну что, про Сережу так и не спросила? Нет, может, не помнит. И когда ты собираешься ему сказать? Не знаю. Боюсь. Непредсказуемо. Слав. Андрей Ильич, вы думаете, она каждый день такая? Вы ее вчера не видели. Места себе не могла найти. То сядет, то вскочит. Сердце колотится, руки мокрые. Ну, как ей скажешь? Это счастье для нее, а не горе. Слав. А вдруг счастье для нее уже слишком? Закройся в своей скорлупе, и все. Нет, это рискованно. Не, ну скажите, она сейчас в стабильном состоянии? Вячеслав, Татьяна Андреевна нестабильна, но может так статься, что она никогда не будет стабильна. Вон, слышите? Так что нет, вы поймите, я не для себя, это все ради нее. Говорит, все это для ее спокойствия. Да прячь эту мать от брата, чтобы он там не говорил. Я не знаю, он сам понимает это или нет. Что же они дураки делают-то, а? Один сына прячет, другой мать. И все это якобы не ради себя, понимаешь? Да Сережка давно сейчас все рассказал, ему Таня не дает. Да что Таня? Таня мать. У нее гормоны, слезы, эти истерики. Она кормит, у нее молоко пропадает, Таня. А он мужик, муж. Он должен на нее повлиять и уговорить, понимаешь? Да где же ему? Тебе не удалось. Нет, Лер, я туда больше не пойду. Ни к Сереже, ни к Славе. Я себя идиотом чувствую. Заговорщиком каким-то. Слушай, на... Ну, а что Нина? Ну, что Нина? Влюблена в Славку. Вот что. Ты серьезно? Ой, как хорошо было бы, если бы у них что-то сложилось, а? Ему не до того, дураку. Ему нужно мать от брата прятать. Братья Харитоновы. Родная кровь. Не сказать, что я прям так замечательно готовлю, но, надеюсь, мои старания зачтутся. Ужин мне в качестве премии? Просто ужин. Вина? Да, пожалуй, немного. Достаточно. Благодарю. За вас. И за вас. Спасибо. Мама вас любит. Вас легко любить. Ошибаетесь, мало кому это удавалось. Мне кажется, ваша мама, папа, дедушка, бабушка все вас любили. Девчонка с косичкой, круглая отличница. Стихи по ночам читала. Угадал? Мама, отчим, два брата от него, бабушка директор детсада, ну, всем не до меня. Стихи по ночам читала. В 12 лет в туберкулезном санатории, где я лечилась почти год, никто не навещал. Ого. Ну, не мне вам жаловаться с вашей биографией. Ну да, можно сказать, что в этом конкурсе победил я. Всегда побеждаете? А что, похоже? А вы? Только на олимпиадах по химии. Я могу устроить вам олимпиаду. Можете? Это я могу. Я вот маме помочь не могу, и себе. Маме можете. И себе можете. И, наверное, вы можете помочь и мне. Чем? Пока не знаю. Но вы, когда узнаете, скажите. Я помогу. Договорились. Ваше здоровье.
И ваш. Слава, Сережа! Мальчики! Мальчики! Чего разорались? Марш за дом, там и орите. Ну, быстро! Не спит? Не-а. Давай я покачаю пока. Пойди отдохни. Всю ночь с ней. Может, у нее болит что-то? Да не болит у нее ничего. Точно? Точно. Просто переживает. Ей главное, чтобы на ручках, чтобы рядышком. Боится, что бросим. А что она боится? Печь не боится? Ну, а тех же не бросали. А Глашенька все помнит, да? Что она там помнит? Иди отдыхай, а я посижу с ней. Ладно, пойду. Только астры полью, совсем их забросила. Я сам полью. Иди. Я дома. Иди ко мне, иди ко мне, мой хороший, иди. А чем у нас так волшебно пахнет? Татьяна Андреевна приготовила пирожки. Она сама вспомнила рецепт. Я помню этот запах. Слава, раздевайтесь скорее, мы вас ждем. Что? А? Что, пирог? Кажется, у нас есть дом теперь, а? Пойдем, пойдем, пойдем. Спасибо вам, Нина. Плохой я врач. Все этические нормы нарушены. Причем при самых отягчающих обстоятельствах. Кстати, не думаю, что это понравится твоей маме. Понравится маме жениха. Главная задача для девушки. А ты жених? Ага. Никогда бы не подумала, что тебе так легко на себе женить. Легко? Да ты просто не понимаешь, с чем тебе пришлось столкнуться. С чем? Ты такая красивая. Нарожаешь мне 8? Прошу руки. Немедленно. Давай руку. Прости, у меня кольца нет. Завтра купим, ладно? Будем проверять наши чувства. Хорошо. Что чувствуешь? Голод. Я тоже. Пирожки? Когда-то мне один очень умный человек сказал: у тебя будет женщина необыкновенная, не такая, как все. А я такая, как все. Ничего особенного. Только не для меня. Не спеши. Идем гулять. Слава, больше так продолжаться не может. Ты думаешь, почему она не спрашивает? А если она не помнит? А если вспомнит, мы можем потерять все, что мы сделали. Ну, тебя же вспомнила, не умерла. И я не думаю, что она не помнит. Я с ней каждый день, я знаю, она просто боится, это страх. Боится услышать
То, что его нет, что он исчез, ты молчишь, что он умер. А ведь он жив. Нин, я не знаю. Все это уже так долго тянется. Ну вот видишь. Ну что, помочь тебе? Подтолкнуть? Таблеточки выпишешь? Нет. Психотерапия. А, ну да. Я же обещал быть твоим подопытным кроликом. Давай. Я готов. Дорогой Слава. Прекрасное начало. Мне очень нравится. Не перебивай. Это не просто. Прости. Я хочу, чтобы ты немедленно привел в порядок все свои рабочие и семейные дела. Потому что сегодня какое число? 21-е. 21-е. Хорошо, я даю тебе неделю до 28-го, понятно? Не очень понятно, почему неделя. Ну, потому что уже 5 недель. Так. А через неделю будет 6. Логично. И я хочу, чтобы все решилось до того момента, как у меня начнется токсикоз, и я стану невыносимой. И не делай такое лицо, пожалуйста. Привет. Привет. Все в порядке? Да, проходи. Проходи, проходи. Раздевайся. Знакомься. Нина, моя невеста. Вот это новости. Сергей, мой брат. Нина, очень приятно. Сергей, хотел бы сказать, что много вас наслышан, но это сюрприз для меня. Сюрприз у нас в другой комнате. Ты только не волнуйся. Пойдем. Что еще? Пойдем, пойдем. Я отведу ее в спальню. Мне нужно сделать укол. Пойдем, пойдем, пойдем. В спальню. Все хорошо, хорошо, мальчик. И все-таки ты ее нашел. Не я. Андрей Ильич. Где? В Новосибирске. Она меня узнала, видел? Меня тоже сразу узнала. Только она тогда в таком состоянии была. Хорошо, что я ее не видел. Все, ты слаг. А я сколько искал, не искал. Ты прости меня. За что? За все. За то, что не мог простить тебя. Сережа сразу хотел тебе сказать, Слав, но я
Ну, это я не разрешила. Боялась, что ли? Да не надо бояться. Слышь, какой красавец. Пойдем, маме внук покажем. Слава. Тань, не волнуйся, я все понял. Ребенок ваш. Замечательные сыновья. Оба похожи на своего отца. Странно. Друг на друга не похожи. Очень даже похожи. Те еще орешки. Зато ты у нас ни на кого не похож. Ну ладно. Что там? Ну что там выходит? Что у нас там? Что у нас летит? Что? Ой. Ну интересно там все это пролетает. Так, прошу. Привет. Давай, давай. Сам приготовил. Всем добрый день. Привет! О, привет! Привет, красивый. Опа. Помаши всем ручкой. Вот и бабушки, да. Ванечка. Мой Ванечка вернулся. Который раз зима белым бела, мои надежды вьюгой замела, и бесконечно кружу снегопад, и ничего нельзя вернуть назад. И в этой безотрадной тишине так грустно и так одиноко мне. И я молчу, а где-то ждет меня мой брат. Судьба нас разлучила так давно. Я помню, как смотрел тогда в окно. Тебя чужие люди увели, и небо потемнело там вдали. А я потом всю жизнь с одним крылом летел, мечтая только об одном. Чтоб вместе быть, чтоб быть с тобою, брат, вдвоем.